Всем привет, я сейчас на стадионе на нашем. Там за мной, видите, как над стадионом сгустились тучи. Надеюсь, что это не символизм. Это ограждение стадиона, и все вы видели в Фейсбуке, как вот в эти трубы натыканы какие-то шприцы инсулиновые и другой, в общем, небезопасный хлам. Ну вот, классически, все в одном месте. Окурки, таблетки и наконечники шприцов с иглами. Здесь же, по соседству, на точно таком же заборе, стоит вот заглушка. На торец ограждения приварена круглая заглушка, и она полностью закрывает вообще какую-либо возможность попадания мусора. Итого логичный вывод. Что надо сделать, чтобы больше туда не тыкали эти шприцы инсулиновые? Заварить заглушками все оставшиеся торцы незакрытые. Техническая возможность вырезать вот такие ровные окружности из металла в Славутиче есть. У нас есть два места, где плазморезкой можно это сделать. Внутренний размер трубы ровно 40 мм, при толщине стенок примерно 4 мм. Это значит, что саму заглушку надо вырезать 42 мм, и, пожалуй, сразу надо делать уже вот эти большие заглушки, потому что там тоже мусорник. Раз уж я здесь, то пробегусь уже по кругу, посчитаю сам количество заглушек. Прямоугольных заглушек больших оказалось 4 штуки, а круглых 60 штук, это с учетом запаса. Вырезаем заглушки, завариваем торцы, и проблема этих шприцов, окурков, каких-то таблеток, мусора в этих трубах решена раз и навсегда. Все, пока. У ФКСТ заранее вам спасибо от всех за заваренные торцы на заборе. Дальше мы все с нетерпением ждем монтаж нашего нового искусственного покрытия на футбольное поле. Пока!